Лазил по компьютеру и нашел еще материал по доработкам своей М3 после зимы, о которых я вам забыл рассказать. Первая незначительная, но очень приятная доработка – это была замена значков. Передний и задний значок у меня сильно устали, я их обновил на новые. Второй же доработкой являются воздухозаборники в ноздри, Fancy White, которые должны правильно распределять потоки воздуха, тем самым увеличить КПД автомобиля и улучшить отклик на педаль газа. Дабы этот тюнинг не оставался незамеченным и придавал стилю автомобиля, я обтянул воздухозаборником ребра красную пленку. Итак, как это работает? Воздух идет через ноздри, попадает в воздухозаборник, дальше попадает по воздухоотводу в фильтр, потом в мотор. В теории это работает так, то на практике на атмомоторе, я думаю, это работает просто ради стиля.